На Свердловском тракте произошло серьезное ДТП. Грузовик завалился на бок после столкновения с легковушкой. Обе машины разбиты. На участке трассы огромная пробка. Снесен дорожный знак. Серьезное ДТП. В ГАИ сообщают, что столкнулись три автотранспортных средства. Грузовик произвел столкновение с двумя машинами и перевернулся на бок. По словам автомобилиста, он отвлекся, когда вновь посмотрел на дорогу. Перед ним на светофоре уже остановились машины. Чтобы избежать столкновения, мужчина вырулил на встречную полосу, где задел две легковушки. Информации о пострадавших нет. А это Снежинск, поселок Воздвиженка. МАЗ упал на бок. Поставить его на колеса пытались с помощью погрузчика. В Саткинском районе столкнулись фура и легковушка. ДТП произошло на федеральной трассе М5. Водитель отечественной легковушки не уступил дорогу большегрузу «Скания». Пострадавших нет. А это центральный район, Челябинск. Штанга троллейбуса пробила окно автобуса. На место ДТП приехала реанимация. Эпичная авария произошла на Аламполе. На фото видно, что токоприемник троллейбуса слетел с проводов и пробил окно пассажирского автобуса. Свидетели обеспокоены, что водителя автобуса могло ударить током. Более того, могли пострадать пассажиры обоих участников аварии. По предварительным данным, в ДТП обошлось без пострадавших.